Всего за месяц команда Башкано-Гагаузской автономии Евгении Гуцул реконструировала центральную улицу в селе Котовское протяженностью в 1 километр. Проезжая часть заасфальтирована с соблюдением всех современных требований дорожного строительства. Обустроена и пешеходная зона. По новому тротуару теперь комфортно и безопасно добираться ученикам к сельской гимназии. И это только начало, заверила жителей села Башкан-Гагаузии Евгения Гуцул в ходе торжественного открытия обновленной улицы. Буквально недавно я здесь была, и мы открывали работы. Сейчас глаз радуется. Действительно, хорошая дорога протяженностью 1 километр. Мы все делаем для наших детей, чтобы эти дороги оставались на многие поколения и являлись безопасностью для всех жителей. По ее словам, в дальнейшем будут модернизированы и другие улицы, и все это делается для будущего поколения. Жители Котовского очень рады новой дороге, ведь теперь им будет легче добираться до наиболее важных учреждений в селе. Советник Башкано-Гагаузии Павел Вережану рассказал, благодаря кому стала возможна реализация масштабных проектов по всей автономии. Открыта еще одна дорога, причем центральная дорога. Это дорога, которая ведет в Приморию, в детский сад, в медпункт. Поэтому благодаря Евгению Александровичу, благодаря Илону Шору, с тем инвестиционным компаниям, которые Илон Шор привел в Гагаузскую автономию, на сегодняшний день мы стремимся во главе с Евгением Александровной создать и вправду Гагаузию краем мечты. По словам Евгении Гуцул, изменения в автономии происходят ежедневно. И прежде всего реализуются проекты, в которых остро нуждаются местные жители. Всего за несколько месяцев в десятках населенных пунктов были отремонтированы дороги, мосты, обустроены пешеходные зоны и детские игровые площадки.